Привет! Сегодня мое видео не совсем обычное. Оно будет посвящено поделкам из остатков ламината, также небольшой полочки, ну и деталям моего дома, про которые меня иногда девочки спрашивают: покажите это, покажите это. Ну вот решила сделать такой небольшой обзорный видеоролик. Может быть, кому-то понравятся какие-то идеи, и вы воспользуетесь ими у себя дома. Как я уже сказала, часть видео будет посвящена ламинату, точнее, обрезкам из этого ламината. Вот у меня, в частности, здесь лестница. Она идет по этажам. Лестницу собирала из ламината фирмы Quick Step я сама. То есть сама пилила, сама подгоняла, сама клеила. Потому что мои строители, как обычно это бывает, получив деньги, в какой-то определенный момент взяли и свалили. Вот. Не нарывайтесь никогда на такое, не давайте больших денег вперед, чтобы такой ситуации у вас не возникло. Но в данном случае у меня ламинат вот такой, и почему я, собственно, на нем заостряю внимание. Ламинат у меня непростой, у меня не просто доска и подступенок, у меня еще вот такая вот планочка. То есть это специальный ламинат, который имеет вот такой элемент, позволяющий закрыть две вот эти поверхности, горизонтальную и вертикальную, то есть не видно никаких швов. Ламинат фирмы Quick Step, либо система Quick Step, я уже, честно говоря, не помню. Но суть сейчас не в ламинате, а вот в этой отделке. То есть, кто ко мне приходит в гости, часто спрашивают: а как ты ухитрилась обыграть вот этот вот участок между самим полом, то есть лестницей, и стеной? А как видите, это сделано очень просто. Я просто купила веревочку, в данном случае веревочка примерно сантиметровой толщины, и вот по всему периметру этой лестницы, и включая вот эти вот закругленные кусочки, просто ее поклеила. Как видите, она закрывает полностью щель, то есть туда не попадает никакой мусор, ничего. Сделан переход, то есть от стены к лестнице, потому что просто у этой фирмы нет никаких решений для вот этого перехода. Переходы, в частности, с вот таким красивым плинтусом. Он, видите, такой выпуклый. Если бы просто было простое такое лестничное соединение, ну, буквой Г, как говорится, тогда просто клеится какой-то плинтус и все. А у меня вот здесь из-за этой штуки получилась вот такая конструкция, и нельзя было ничего придумать. Я решила сделать вот так. Мне понравилась идея. И я это все поклеила, причем всю лестницу целиком. Это можно сделать не только на ламинате, естественно. Если у вас какая-то лестница из дерева, там дуб, все что угодно, то можно тоже поклеить вот такой кантик. Будет тоже смотреться нормально. Кантик я покупала сначала потолще, но у меня возникла проблема вот с огибанием вот этих вот элементов. Толстый кантик не крутится, он очень жесткий, его вот здесь практически было невозможно приклеить. Поэтому я купила новую, это сантиметровая, и на нее уже, вернее, ее уже приклеила. Клеила на обычный пластиковый пистолет. То есть вот вам такое решение для лестницы, например. Это ламинат. Также касается такого же канатика, который я показывала, но потолще. Вот я приклеила его вот здесь. То есть у меня идет переход от стены к полке. Там была тоже непонятная дырка, ее было глазами видно. И я тоже думала, как это все обыграть, и вот сделала вот такую штуку. То есть приклеила тот самый толстый канатик, который я купила для лестницы. Ну, здесь, наверное, полторашка, либо чуть больше размер, толщины точнее. То есть вот вам еще идея решения одной из проблем с закрыванием вот этих вот дырок. И еще одна идея про ламинат, куда его можно использовать, если у вас остаются большие куски или вы ошиблись, вот купили лишнее. Вот смотрите, я также поклеила ламинат на стену. То есть у меня вот на этаже вот такая кухонная секция. Мы специально просто поставили, чтобы была вода. Ну и говорю, пускай будет кухня, удобно поставить какие-то вещи сюда или сложить что-то в тумбочке. И вот дальше я тем же самым ламинатом, которым делали мне пол, просто обшила стену. Я его напилила на нужные куски и просто приклеила на клей, который клеили, собственно, пол.
Далее обработала вот эти вот торцы, видите, такие купила уголки белые и просто вот так вот их наклеила тоже. Здесь тоже я делала доску. Эта доска осталась от кухни. То есть мы заказывали кухню на заказ. Вот такая коричневая была поверхность. И я попросила там, чтобы мне еще напилили вот этих вот остатков. Там были остатки. Я сделала вот полку. Там у меня кошка просто прыгает. Также на икеевские вот эти тумбочки. Точнее, это не тумбочки, а такие коробочки были, вот квадратики. Я сняла одну из секций. И на них тоже поместили вот эти коричневые кусочки. Это у меня, сейчас подальше отойду, лесенка вон туда. А там у нас лежанка такая, на ней спать можно. Так что все пространство преобразовалось в нормальное. Раньше там была свалка из коробок и всякого разного. Но я показывать там не буду, там у меня вон одеяло валяется. А теперь там спать можно и очень удобно. То есть вот по этим коробочкам, тумбочкам мы забираемся наверх, и туда вот можно залезть. То есть идея вот этого остатков ламината очень, я посмотрела в интернете, популярна. Много где его используют, всякие делают коробки, подставки для посуды, доски разделочные. Даже вот фотофон я делала. А я сделала вот такую вот стенку. Клеится очень легко, сразу скажу. Главное приклеить на место сразу, иначе просто сдвинуть потом невозможно. Клей настолько липкий, что не отдерешь. То есть вот такие идеи. И раз я начала рассказывать об идеях, которые я использовала в своем доме, то покажу еще парочку, ну, пользуясь случаем. Просто тоже были вопросы иногда. Значит, смотрите, вот это стол. То есть стол, опять же, собирали мы сами. Икеевская вот эта столешница белая, тумбочка. И дальше вот что я тут придумала. Мы купили вот такие вот кронштейны наклонные, но это все вот в Икее было, сейчас не знаю, продается, где не продается, наверняка. И также из остатков вот этой вот столешницы от кухни я сделала вот такую полку. То есть полка, как видите, на вынос уходит туда взад, то есть расширяется пространство стола. Единственное, нагружать ее сильно нельзя, потому что может перевернуться весь стол, что он довольно-таки хлипкий, столешница весьма такая, не тяжелая. Но вот идея, вот это, смотрите, вам, может быть, понравится тоже. То есть я взяла вот эту доску, мне ее обработали точно так же на заводе при заказе кухни, и получилась такая полка. И еще одна идея тоже, может, вам пригодится. У меня есть стенка, она была коричневая, и одну из секций этой стенки я перекрасила. У меня получился беленький шкафчик, а вот эта вот часть, это обои, которыми поклеены у меня основные стены этого этажа. То есть вот тоже как бы все сочетается, все классно и все удобно. А здесь у меня моя фотозона. Тут я иногда фотографирую, когда мне не лень. Здесь вот эти розочки мои. Ну, если вы видели мои работы, фотографии там знакомы вам будут. То есть я здесь фотографирую всякие декупажные работы. Ну а почему я, собственно, вспомнила про ламинат и его обрезки? Вот причина этого. Как вы видите, это палки, дрова, по-другому можно назвать. Это была этажерка. Ну вот, наверное, вот так вот я сейчас сбоку покажу. Вот такая она. Она была невысокая. Этажерка стояла в ванной в нашей квартире у сына теперь. И простояла она там более 20 лет. Там решили купить новую тумбочку, и в итоге этажерка оказалась не нужна. Сын сказал, забирай эту, выброшу. Ну, все как обычно. Вот, я говорю, привези. Ну, в общем, начали разбирать, и она у него вся развалилась в итоге. То есть вот то, что мне привез, это вот эти вот дрова, как я сказала. Я вот тут прикручивала тогда на саморезы, а вот эти штуки приклеивала на клей, как я теперь вижу. Но это, естественно, была грубая ошибка. Надо было хотя бы как-то это все скрепить. И в итоге все это, пока грузили в машину, развалилось на досочки. И вот теперь я это буду переделывать. Но я буду перекрашивать и сами вот эти доски.
Вот в данном случае у меня здесь морилка покрашена. Цвет какой, я не знаю, потому что это морилка еще 80-х годов. И вот посмотрите теперь, что с ней стало за это время. Я тогда красила в два слоя, и цвет вообще не изменился. Вот видите, какая была морилка. 80 какой-то год. И вот такое качество у нее. Сейчасшние морилки выгорают моментом, а этой вот 20 лет. Но я буду перекрашивать, потому что мне оттенок не подходит. То есть я сначала все это почищу, перекрашу, и тогда уже буду собирать. Здесь, в принципе, все просто. То есть тут, как вы видите, две вот такие панели, которые стояли напротив друг друга. Вот таким образом. И между ними просто были досочки. И все. То есть совершенно простая конструкция. Поэтому здесь показывать что-либо нет смысла. Обыкновенно такая вот лесенка. Эти икеевские коробки, которые можно было купить раньше в Икее, у меня служат для вот таких вот надобностей. Ну, вот в данном случае у меня здесь трубочки. Коробка невероятно большая, удобная, и, как видите, много всего влезает. Также в такой коробке можно хранить в ванной полотенчики, например, ну или что-то еще. У меня таких коробок две. В одной бутылке стоят с газировкой и соком, а во второй вот такая вот куча мала. Это у меня стол. Ну вот стол у меня никак не получается оставлять чисто столом. У меня постоянно здесь что-то лежит. Какие-то работы, какая-то вот тут у меня домашняя выставка, по-другому не назовешь. Так что здесь у меня постоянно такой вот хламушник. Кстати, вот эта корзиночка оказалась невероятно удобной. Я этим летом с ней несколько раз ходила, а моя знакомая соседка ездила с ней в Крым. Просто я вижу на фотографиях, она как раз вот там с ней. Ну, видимо, тоже понравилась, потому что она ее прям везде-везде с собой брала. Очень удобный объем, легкая и вместительная. Я специально не готовилась к этой съемке, просто снимаю, что попадается на глаза. Поэтому сразу прошу прощения, если где-то что-то валяется у меня. Ну, обычно-то ничего не валяется, ну так, какие-то вот такие детали, мелочи. Это чисто вот живая жизнь, не на показуху, как говорится. Иногда снимаю чисто для показухи, а у меня вот все как есть, показываю. Та самая птичка-синичка, с которой я делала молд и потом отливки. Жива до сих пор и вот сидит. Вот еще очень интересная идея, которая у меня как-то получилась сама собой. Вот этот вот коридорный шкаф. Шкаф сделан из трех секций, из икейных вот этих колонок. В частности, две колонки вот такие вертикальные были на четыре секции. Они стоят по бокам у меня вот здесь.
И наверху вот такая 8-секционная колонна. То есть все это просто положено сверху. И, как видите, очень здорово все получается. Очень большое место для хранения образовывается. Коробки всякие вставляются. Здесь вот тоже была коробка, я просто сейчас ее вытащила временно. Вот. И здесь, собственно, у меня стоит что? Пылесос, стиральный порошок, доска гладильная. В общем, все, что для стирки и уборки, и этого не видно. Thank you.
я скрутила весь шкафчик. Точнее, не скрутила. С винтами, с саморезами у меня получилась проблема. В итоге я гвоздями все это забила. То есть купила специально гвозди с большими шляпками, вот такие вот. И все на гвозди собрала. Просто проблема какая возникла? Ну, банальная, скорее всего. Мужчины меня могут не понять. Но вот я не смогла сюда закрутить эти саморезы, потому что у меня вертушка уперлась в эту стенку, и я не могла никак это подлезть. Ну, так вот сделала. Этот шкаф будет стоять все равно без движения, поэтому никуда он не денется, ничего с ним не будет. И сейчас я хочу вот здесь вот добавить пару досочек. Вот я их уже распилила. Они будут вот так у меня. И сейчас расскажу, для чего все это. Но сейчас я их покрашу сначала и потом приделаю. Здесь, наверное, уже пущу на саморезах, потому что гвозди здесь уже держаться не очень хорошо будут. Какая у меня дальше идея? Я хочу здесь, вот на этих вот уголках, вот с помощью таких квадратиков сделать вот такие элементы. То есть здесь будет элемент деревяшечка приделана. Соответственно, на нижних вот так. Деревяшечка закрывает вот этот весь угол, получается. Ну, не такой красивый, она вот так перекроет. И на этой деревяшечке у меня будут красивые элементы сделаны. Вот, и эта штука, опять же, у меня перекрывает все вот эти гвозди. Вот этот вот, ну, незакрытый, как бы, торец. Она с собой дает такое вот пространство здесь. Ну, фиксирует полку, чтобы она просто не качалась вот таким образом. Потому что полка, конечно, качается. Надо делать специальный сзади крестообразный такой блок. Но вот у меня нет досок больше, не с чего делать. Поэтому сейчас я укреплю как могу. И все. В принципе, полка будет стоять. Никуда она не денется. Я долго-долго думала, куда же поставить эту этажерку. Хотела в кладовку, там не видно. Хотела на улицу, ну там есть, конечно, место, но подумала-подумала, и смотрите, куда я ее приспособила. Вот место, которое у меня пустовало. Стоял единственный этот вот нижний ящик с бутылками воды и сока. И эта тумбочка, этажерка сюда прям идеально встала, как я считаю. А она, получается, и по цвету подходит сюда, и по размеру влезла хорошо. Там у меня оборудование от котла, и оно осталось за тумбочкой. То есть тумбочка не придвинута плотно к стене. В то же время у меня и духовка открывается, и ящик этот выдвигается. То есть все прям идеально, как будто ждало места вот что-то такого нового. Но тумбочка еще не готова. Сейчас я доделываю последние элементы, и тогда уже покажу ее в сборе полностью. И вот я вам показываю заключительные этапы, элементы для этой стоечки. Вот будут такие дощечки. Я уже показывала, куда я их собираюсь приделать. И я сделала из гипса вот такие отливки. Они пока сохнут у меня. А крепиться будет вот таким образом. Красить я буду в коричневый цвет с тонировками под цвет мебели. То есть я делала такие вот штучки для стола. Сейчас я вам по-быстрому покажу этот стол. Но там немножко по-другому все было сделано. Вот. Вот такой был стол. Эти элементы тоже очень красивые, но они туда у меня не подходят. Поэтому я буду делать немножко по-другому. Посмотрите, как. Пока сейчас снимала вам видео на улице, слышу грохот. Даже испугалась. Завелась у меня барабашка, похоже. Вот смотрите, что эта барабашка наделала. Все мои шишки, которые я вот тут припасаю для новогодних веночков, упали и рассыпались. Вот теперь еще и собирать надо. Ну, видимо, швабра упала и потянула за собой все остальное. Домашняя барабашка. Когда гипсовые заготовки высохли, я клею их при помощи жидких гвоздей. Ну, в частности, вот такой я использую тюбик. На досочки подготовленные. Клею и сушу до полного высыхания. Дальше я окрашиваю мои накладочки при помощи той же морилки
Вот цвет палисандр, которым я красила саму тумбочку. Ну, окрашивать можно традиционным способом, кисточкой, по крайней мере, первый слой. А можно сделать гораздо проще, если у вас есть возможность, конечно. Берете прямо вот эту штучку и вот так погружаете. Но у меня здесь немножко морилки мало. Я сейчас просто поливала из бутылки, и все это спокойно полилось. То есть очень удобно, очень быстро. И все хорошо прокрашивается, опять же. Окрасить я буду в несколько слоев. Сам цветочек я буду заливать морилкой, как я делала коричневый ящик. Посмотрите, если интересно, получился очень красивый ящик. И, кстати, по аналогии с этим ящиком я и буду делать вот эти вот орнаменты. Я продолжаю работу с накладками. Значит, смотрите, что я сделала. Как только у меня высохла морилка полностью, я обработала все вот эти квадратики при помощи наждачки. То есть прошлась просто вот по этим сторонам, немножко подтесала. И все, больше ничего здесь не шкрябало. Затем я обработала всю поверхность квадратика, включая узор, при помощи одного слоя акрилового лака. То есть на данном этапе у меня вот такие вот квадратики получились. Сделаю я буквально следующее. Я возьму воск, темный орех. Ну, темный орех — это у этой фирмы он такого цвета. Обычно темный орех потемнее, а у меня он такой рыженький. Вот как раз то, что мне надо, чтобы он был рыженький именно. Беру кисточкой и просто намазываю всю вот эту вот поверхность узора этим воском. На досочку я не буду залезать. Мне главное, чтобы воск попал вот в эти все углубления узора. Вот так. Теперь я беру сухую тряпочку и просто протру, слегка касаясь, не сильно вытирая, орнамент по поверхностям его, по выпуклостям, по самым. Вот я не хотела залезать на досочку, но, тем не менее, залезается. Ну и ладно, пускай она будет тогда вся обработана заодно и воском. От воска хуже не будет, разумеется. Здесь покрытие лаком уже есть, ну и будет еще воск. Вот так я немножко растерла. Хочу показать разницу, если получится у меня приблизить. И как только немножко полежит, где-то с полчаса, я протру тряпочкой сухой еще раз. То есть отполирую воск. Ну вот, решила немножко поближе вам снять. Но, честно говоря, отсвечивает, поэтому не совсем правильная передача получается. Реально он... А, ну вот так, наверное, интереснее. Вот. И я немножечко еще подотру. То есть, чтобы эта рыжина немножко ушла. Значит, смотрите, обработать можно не обязательно таким воском. Можно обработать белой краской, например. Жиденько сделать ее, залить вот точно так же в углубление и потом вытереть. Получится в углублениях белый цвет. Это смотря подо что вы делаете. Мне вот такой именно цвет нужен. Еще один маленький нюанс. Если хотите, чтобы не так сильно блестело, ну, воск он такой блестючий, можно сделать следующее. Можно прям посыпать вот на эту штуковину детской присыпкой, ну, тальк по-другому, вот так. И потом смахнуть все это дело кисточкой и растереть тканью. И получится вот такая вот штука. Она более стала матовая, коричнева вот эта вся не ушла, что мне не надо, собственно. Видите, насколько отличается? Ну вот на камеру, опять же, не очень хорошо видно, реально видно лучше. То есть сейчас я еще обработаю тальком, и тогда будет точно все. Thank you.
Вот и закончилась моя работа над этой этажеркой полочкой. Что получилось? Ну, вот так получилось. Мудрила-мудрила, намудрила вот такое. Мне лично нравится, потому что мне это подходит сюда и по цвету, и по размеру, и вообще сюда оно встало, как будто тут и было. Все размеры, как ни странно, прям совпали с этой дырочкой, которая у меня оставалась неудел. То есть вот вся кухня, и в продолжение к этой кухне получается эта полочка. Надеюсь, вам было понятно, как я делала все это. Здесь делать было очень все просто. Я вам показала некоторые идеи моего дома. Надеюсь, вам тоже понравились они, и вы ими сможете воспользоваться. Они простые, но тем не менее эффективные. На этом мое видео заканчивается. Всем спасибо за внимание. Пока-пока, до новых встреч. Если понравилось видео, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой дзен-канал, потому что именно там все самое свежее, самое новое, и плюс дополнительно статьи и маленькие зарисовки на разные хозяйственные темы. Приглашаю туда. Ссылку опубликую ниже под видео. Все, до новых встреч!